Всем привет, друзья! Покажу вам свою плантацию небольшую инжира. Напоминаю, кто не знает, высажен был этот инжир с черенка. Черенок я укореняла ранней весной, стаканы, и потом высаживала. Как видите, по высоте все абсолютно разные. По габитусу куста тоже абсолютно разные. Порадовала приживаемость. Ну, практически стопроцентная. Даже не практически, а стопроцентная. Сколько посадили, столько и прижилось. Конечно, ему не повезло. Высадила я его в самые неблагоприятные условия, которые можно было представить. Как раз резко у нас упала температура, зарядили дожди. И месяц, не меньше, он сидел. Я думала, он сдохнет. Он стал желтый, он сидел, так видно было, без движения совершенно. Тем не менее, когда пришла жара, он воспрял духом и пошел. Как видите, инжирики есть, но в этом году у нас очень-очень холодная осень, как никогда. Вот, кстати, этот сорт мне очень понравился, он достаточно рослый, урожайный, но, скорее всего, не успеет. Я, конечно, не планировала, что у меня что-то будет, какой-то урожай, но надеялась. Вот видите, итальянский черный. Ну, много, честно, много плодиков в каждом междоузле есть. Но я все-таки лелеяла мечту, что хотя бы один я сниму. Но, по ходу дела, в этом году не судьба из-за нашей аномальной холодной осени. Будем надеяться, что в следующем году. Может быть, я в следующем году его там туннельками накрою. И он у меня раньше начнется. Давайте быстренько пробежимся по сортам. Черный итальянский я вам уже показала. Следующий сорт у меня Red Израиль. Ну, красный израильский, да? Как видим, вообще ни намека на фиги. Один из самых низкорослых сортов. Вот их два. Кустика слабенькие такие вот. Видно, что ему что-то здесь не нравится. По листу они, кстати, все абсолютно отличаются. Никогда не думала, что вот настолько. Вот яркая дама, кстати, это один из самых ранних сортов, который раньше всех показал фиги. Фиги тут действительно есть. Практически в каждом междоузле. Я, честно, была уверена, что он успеет. Успеет. Но он как-то быстро накинул фиги, но не особо быстро их наливает. Следующий, один из самых таких мощных сортов, это Black Messiah, но, к сожалению, фиг он мне вообще не показал. Кстати, развивался великолепно, укоренение черенков, все было прекрасно вообще. Он, как говорится, самый такой мощный, рослый, но ни одной фиги здесь нет, к сожалению. Далее два кустика сорта Шампань, тоже мощные, прям такие рослые, хотя их всех поприщипывала еще в конце августа. Он, конечно, вызрел, да, но ни одной фиги тоже на нем нет. Вообще никакой. Не вижу. А, вот, вру. Одна. Вот такая козява, что есть. Дальше. Вот самый такой интересный, это сорт Брунсвик. Кустик небольшой, я его прищипнула тоже, как и всех. Но фиги здесь самые крупные. Их много вообще. Вот тут даже на пасынках есть фигулина какая-то смешная. И здесь на пасынке есть фигулина. Конечно, нужно было это все пасынковать. Не давать ему разрастаться. Ну, я ж чайник. Кстати, рекомендую канал Татьяна Юг. Она там очень хорошо рассказывает о выращивании инжира. Это тоже брунсвик. На этом кустике фиг поменьше. Вот тут небольшая есть. Ну и сам кустик немножко более субтильный. Это сорт Канадрия. Очень она мне нравилась в рассаде. Тоже достаточно мощная, рослая. Но она, к сожалению, не дала ни одной фиги вообще. Даже намека на ней нет. Вот прям туча взяла, улеглась. Красотка. Обидно, досадно, ну ладно. И увидите, как вызревает она тоже проблемно. Остальные уже все вызрели, а она еще как-то не очень. Это рандина, тоже у него тонкий такой лист, узнаваемый. Тоже вот такие вот фиги он накидал, размер, да? Даже, наверное, покрупнее, чем брунсвик. Кстати, только сейчас обратила внимание, что они здорово подросли. Не знаю, успеет, не успеет, даже на пасынках выгнал. Но, скорее всего, не успеет. Надо было оставлять один центровой побег, тогда, возможно, все бы успели.
Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Это тоже он. Вот такие вот фигушки маленькие накиданы. А на этом кусту вообще ничего нет. А нет, малюсенькие есть. Блю-гигант. Синий-голубой гигант. Ну, практически ничего на нем нет. Вообще, малюпусенькая вот одна фига. Но кто-то ее сожрал, люди. А мне говорили, ее никто не жрет. А все-таки кто-то жрет. Прямо выгрызена серединка. Так интересно. Это единственная фига, эту схавали. Ну, сила роста такая хорошая. Прямо. А, вот еще, елки-палки. Вот еще, не заметила я ее. И последний сорт вам покажу. Это клубничный верта. Растет он у меня в зарослях вместе с Фридомом. Сорт был привитой. То есть брала я черенок, привитая почка. Вот он дал здесь. Вот здесь такая отфигулина. Ну и в общем-то все. Остальное пасынки, которые мне нужно было бы убирать. Ну, я об этом узнала уже поздно, посмотрев опять же видео на канале Татьяна Юг. В этом году я его расчеренкую и уберу. То есть посажу его, высажу как корни собственные. И тогда уже будем что-то наблюдать. Ну что, друзья, какой у меня вердикт по инжиру? Ну, по этому году очень сложно судить, но я надеюсь, в следующем году я наконец увижу урожай и пойму, что вообще уйдет с моего участка, а что останется. Опять же, я его укрывать не планирую, я его планирую просто срезать и потом уже в следующем году холить или леять ремонтантный урожай. Может быть, я накрою пленочкой ряды, посмотрим. Но я же говорю, я не планирую его как-то кутать, закутывать на зиму. У меня нет на это времени, ни сил, ни желания.